achieved with CryEngine 3. Командир Ромео, это Ромео-1. Пожалуйста, соблюдайте стандартный протокол обмена на канале. Прием. Как скажешь, Ромео-1. Прием. Thank you.
Ромео-1, у нас чисто. Готовы к взлету. Прием. Провожу Ромео-12 на защищаемую позицию. Прием. Понял, псих. Атай-5, вы доставите нас и нужно сюда к квартиру. Бегом! Помогите! Отчайте давать приказы, мать вашу! Пришлите нас гребаный самолет! Мы здесь все ум... Внимание! Угроза со стороны цехов. Активирован протокол безопасности. У нас чисто. Готовы к взлету. Прием. Провожу Ромео-12 на защищаемую позицию. Прием. Понял, псих. Отдай-дай! Вы доставите этого придурка сюда к квартиру! Бегом! Помогите! Отчайте давать приказы, мать вашу! Пришлите нам гребаный самолет! Мы здесь все ум... Мы потеряли оружие! Внимание! Угроза со стороны ЦЦ. Активирован протокол безопасности. Thank you.
Source на канале Rush. Лео! Rush! Если кто-то и может нам помочь, то это Rush. Найди его. У меня новые данные об Архангеле. Мы отслеживаем его орбитальное перемещение. Тебе придется ускориться. Он будет над Нью-Йорком через 15 минут. Ты справишься. Мы всего лишь в паре километров от источника сигнала Раша. Мы поищем его и вернемся через 5 минут. Мы успеем навстречу. Внешний генератор питает их воздушную защиту. Ты сможешь накрыть его? Прием! Попробую.
нашли Раша! Каков его статус? В растерянности. Кажется, у него крыша поехала. Не понимает, где он и кто он. Но физически он в отличной форме. Видимо, у него как-то... Он находился в мертвой точке активной зоны цепа. Непонятно, как он вообще выжил. Архангел будет здесь через 5 минут.
Аварийные системы деактивированы. Приземляйся. Понял. А теперь двигай к пункту управления. Поторопись. Лифт должен все еще работать. Прием. Сажаю СВВП. Прием. Должен войти в терминал. Осуществляют. Операции по устранению чрезвычайной ситуации запущены. Всем оставшимся агентам СЭЛ срочно эвакуироваться в подземный бункер 5Y9. Мы остановили. Только частичный заряд. Около 5%. Пороговое значение для цепной реакции с энергией цефов. Нам повезло. И это все? Запуск симуляции третьей стадии.
где три? Вы были нужны мне. Вы все были нужны мне, чтобы помочь выбраться из этой тюрьмы. Пока я спал, мои дети оставались неразумными. Последнее, что мне от вас было нужно, это отключить Архангела. За это я благодарю вас. Что? О чем ты говоришь? Раш! Третья и последняя стадия. Луч. Все сильнее. О боже. Это мост Эйнштейна-Розена. Портал в галактику М-33. И из него вылезает что-то здоровое. Когда я не смог считать тебя, ты сказал, что это из-за того, что ты создатель костюма. Но это ведь не так. И долго это продолжалось. Ты продлил свою жизнь с помощью нанотехнологии, используя ДНК цефов. Ты хоть понимаешь, во что ты превратился? Ты сражался с коллективным разумом цефов, так же, как и я. Только ты проиграл. Они тебя поглотили. Теперь ты один из них. Тебе есть, пророк, что-то, чего цефы не могут понять, и чего у них никогда не будет. Убирайтесь! Будет не так-то просто! Пророк, ты должен это видеть. Третья стадия. Финальный и самый смертоносный этап стратегии колонизации цефов. При встрече с упорным сопротивлением силы вторжения цефов попытаются открыть мост Эйнштейна-Розена прямо в сердце родной галактики. Отсюда ульи цефов разворачивают лагерь воинов для уничтожения любых препятствий. Мы видели лишь часть того, на что способны цефы. Это геноцид. Альфа-цеф будет испускать этот луч, пока все силы вторжения не пройдут. Нужно его отключить. Бэр! Бэр!